Казахстану необходимо переходить на новую экономическую модель. Об этом сегодня заявил президент во время рабочего визита в Павлодарскую область. Наступает ответственный исторический момент, и без кардинальных решений не обойтись. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ждет от правительства не только предложений, но и гарантии того, что все планы будут реализованы. Свое видение дальнейшей экономической политики президент намерен изложить в своем сентябрьском послании. Не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке, подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в отношении наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами, перед государством в целом. Народ ждут от нас конкретных решений, поскольку нужно решать вопросы насущные, обеспечением достойного уровня жизни населения нашего народа напрямую связано с тем, как мы видим, концептуально видим дальнейшее развитие экономики страны. Здесь без соответствующих кардинальных решений не обойтись. Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны.